Друзья, с вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Добро пожаловать. Представленная схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Состав гостей. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Друзья, с вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Добро пожаловать. Представленная схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Состав гостей. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Друзья, с вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Добро пожаловать. Представленная схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Состав гостей. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Друзья, с вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Добро пожаловать. Представленная схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Состав гостей. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Друзья, с вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Добро пожаловать. Представленная схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Состав гостей. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Друзья, с вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Добро пожаловать. Представленная схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Состав гостей. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Первый удар по мячу, и игра началась. Мертенс. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Мяч будет введен из-за боковой. Хосе Калихон. Наполи атакует через фланг, и там свободно. А сейчас вперед можно выйти. Мяч в руках у голкипера. Можно было пробить и получше. Такая техника. Как он...